Всем привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить Uncharted 2. В прошлой части до храма добрались, посмотрим, что нас ждет в нем. Я пока тут осмотрюсь по углам. Мало ли что. Но похоже, что тут пуст, хотя... Похоже, что это верное место. Ложечка, тоже медная. Бронзовая ритуальная ложка. Что у нас тут есть? Гранаты есть. Гуд. Это тот самый храм. Вот это и правда очень похоже на камень Чентамри. Вход спрятан где-то здесь. Где-то я его видел. Это как-то связано с мечами. О-о-о. Да у нас тут целый журнал. Окей. Пока походим без журнала, осмотримся. Надо забраться туда. Но как? Как-нибудь заберемся. Может быть, взрывоопасные бочки не просто так тут есть. Так, вот эта веревка. Секунду, хочу рассмотреть поближе. Конечно. Я подожду внизу. Чем я не уверен. Ну и как? Ну а мне откуда знать? Книга-то у тебя. Окей, посмотрим. Блин, тут солнце. Я полагаю, надо начинать с первой страницы. Или, скорее всего, не с первой. Так, это начало. Ух ты, забавно. Так, это у нас начало. По-моему, наверное, с первой даже части. Далее идет бла-бла-бла. Лица Виктора Салливана. Забавно. Так, ладно, это все было. Было уже. Тоже было. Вот это, скорее всего. Нож внизу, но вот это, по-моему, правильно сейчас стоит, то есть трезубец вверх. Так, трезубец вверх, надо повыше залезть. Так, у нас сверх не все в порядке или нет, я сейчас попробую сравнить, просто я не всю картинку вижу справа наверху. Нет, должна быть по-другому. А, блин, ну что ты делаешь? Час пять, а ты уверен? Нет. А как же мне... А, вот она. Я устала даже на это смотреть. Ох, а мне какое дело? Так. Вот это уже
Похоже на правду. Потом, наверное, вокруг надо прокарабкаться. Жалко, но похоже, тут придется спускаться. Если я, конечно, смогу там залезть где-то. Так, ну справа-то мы все нормально сделали, это да. Там можно... Да, все понятно. Упс. Спасибо. Упс. Ну ты везунчик. Так, череп сейчас в бок и кинжал тоже, можно сказать, в бок. Посмотрим, как в книжке. Кинжал должен быть в середине, эта штука. Ладно, признай, ты поражена. Признаю, с меня банан. Вот, теперь все готово. Нормально. Просто кинжал. Это ключ. Ну, посмотрим, что он открывает. Страшно как-то. Скажи, а? Ну вот, что изменилось? Вода уходит. И? Я нашла нужную дверь. Получилось. Можешь сказать мне спасибо. Уже иду. Что скажешь? Ты в игре? Да, мы вперед. Ну, как скажешь. Хорошо, что у меня нет клаустрофобии. Приятно иногда не пострелять, загадки порешать небольшие. Посмотреть на гробницы. Знаешь, романтичное здесь местечко. А где же цветы и конфеты? Да, конфеты, букеты, не про тебя. Ты ведь не хочешь застрять в темной яме в 30 метрах под землей, правда? Пожалуй. Придется спрыгнуть. Ладно, иду. Пожалуй, я недооценил высоту.
Дерево какое-то. И верно. Внизу открывается. Ладно. Ух ты. Хуже. Ладно, это хуже. Да, очень. Что ты? Ненавижу, что ты. Думаю. Надо выбираться отсюда. А, сокровище, спасибо. Сделай что-нибудь! Ах, боже мой. Пора уносить ноги. Вся жизнь пролетела перед глазами. Опять нацистские автоматы. Ладно, давай за мной. О, я есть хочу. Угу. Но мы прошли этот момент. Так, вроде мы на месте. Выглядит очень знакомо. Да, похоже на кинжал Пурба. Ага. Похоже, включается светом. Зеркала тут неспроста. Так, у нас 9 глава «Путь света». Опять же, продолжим в следующей части. Так что всем спасибо. Увидимся. Пока.